А теперь вернемся к событиям в мире. Беспорядками и столкновениями с полицейскими закончились протесты в Багдаде. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ. В ответ на них полетели бутылки с зажигательной смесью и камни. Погибли двое активистов. За несколько месяцев это первый инцидент с жертвами на площади Тахрир. Она уже стала своеобразным символом протестов в Ираке. Демонстрации начались из-за участившихся случаев отключения электричества. И это в то время, когда в стране установилась сильная жара. Наши требования просты и ясны. Мы выходим на акции с октября. Думаю, уже весь мир знает о наших проблемах. Мы требуем соблюдения наших прав. У нас нет электричества. Мы голодаем. Ситуацию с гибелью протестующих прокомментировал премьер-министр страны. По его словам, демонстрации являются законным правом, и силам безопасности не разрешено стрелять по протестующим. Глава правительства распорядился провести расследование.